А за окном то дождь, то снег, и спать пора. Уютная обстановка белого зала ресторана «Прайм», изысканные блюда от профессиональных поваров и живое исполнение известных и всеми любимых песен. Цикл субботних концертов продолжила Екатерина Рахтова. Она представила посетителям популярные композиции звезд отечественной и мировой эстрады. Подбирая репертуар для выступления, Екатерина старалась сделать атмосферу субботнего вечера в Белом зале «Прайма» душевной и ненавязчивой. Вокалистка отдала предпочтение проверенным временем композициям, которые на протяжении десятилетий занимали верхние строчки музыкальных чартов и возглавляли хит-парады. Среди исполненных песен есть и те, которые много значат для Екатерины. Если составляющая процентная любимых песен гораздо меньше, чем всего остального, наверное, на сцену идти не стоит, потому что иначе энергетика, которая идет от исполнителя, она будет совершенно иной. Но и зрители это, конечно же, почувствуют. Наряду с зарубежными хитами Екатерина исполнила композиции из советских кинофильмов, а также известные песни из репертуара Анны Герман, Майи Кристалинской, Ларисы Долиной. Екатерина не в первый раз участвует в проекте ресторана «Прайм. Живой звук». Чтобы быть интересной зрителю, она всегда добавляет в программу выступления новые композиции. Двигаться вперед заставляет и время, и род деятельности, потому что все равно, как сейчас говорят, нужно оставаться в тренде, чтобы быть современной. Да? Вот. Но в целом и в общем я стараюсь себе не изменять. У меня, в общем-то, есть свой слушатель. Я стараюсь его не расчаровывать. Насладиться вокальным мастерством артистов, провести вечер в компании друзей и хорошей музыки можно уже в следующую субботу. Начало в 19:00. Бронирование столов по телефону 6-75-05 для лиц старше 12 лет. Елена Грицкова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.